Россия, ты священная держава, благословляя вере и любя, мы за тебя по долгу и по праву, и по любви мы бьемся за тебя, за то, чтоб смог повсюду рев орудий, чтоб хлеб и соль стояли на столе, за то, чтоб просто радовались люди, но снова о твоем земле. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады видеть вас на нашем конкурсе военно-поэтической песни «Боевого братства». Сегодня нашу встречу и конкурсную программу мы посвящаем всем бывшим, настоящим и будущим защитникам Отечества. 23 февраля, День защитника Отечества, отмечается с 1918 года. Этот день – дань уважения всем поколениям героического воинства. Мы приветствуем наших гостей. Желаем им бесконечного счастья, богатырского здоровья, хорошего настроения. Наше поколение говорит искреннее спасибо за то, что мы можем жить. Сегодня у нас конкурс, а значит, есть жюри, которое нам представит заслуженный учитель Российской Федерации Тихомирова Инна Николаевна. Сегодня вас будут судить те, кто много знает о войне, в первую очередь. Итак, ветеран, почетный ветеран Московского городского совета, председатель первичной организации номер 5 Мещанского района Шурыгина Валентина Петровна. У нас новый гость появился, тоже почетный ветеран Московского городского совета Рубцова Зинаида Петровна. И наш постоянный гость и интересный рассказчик, профессор, который имеет знаки полковник Давыдов Сергеевич Павлович. Ну, конечно. Итак, у вас впереди, поверьте мне, сложнейший конкурс. Битва между вторыми и четвертыми классами шла на уровне, вы знаете, даже не полочка, а четверть очка. Думаю, здесь тоже будет жестокий конкурс. Я вам всем желаю победы. Я вам всем желаю успеха у зрителей. А зрителям я желаю получить удовольствие от того, что вы вспомните все военные песни, которые вам предложат ваши команды. Хорошего вам времяпрепровождения. Смотрим и судим. Итак, мы начинаем. Первыми выступает 5 класс Е. Песня Микаэла Таривердеева «Мгновение». Thank you.
сейчас на сцену приглашается 5 класс Д с песней «На безымянной высоте». Сейчас 4 класс Е исполнит песню «Морская пехота». У них долго, я скажу, куда я скажу. Все шесть.
Спасибо.
подведут итоги, перед нами выступит ансамбль «Глория» с песней «Ты живи, моя Россия». Мы не машины, нам мешает войны, ладно, тебя дорогу, когда ты.
подарили нам праздник. Вот я представитель силовой войны. Скоро будет наш праздник, день военно-морского флота и вооруженных сил раньше назывался, а сейчас день защитника Отечества. Мои хорошие, мы прошли такую службу силовую, а теперь вы живете в информационном веке. Идет информационная война. Если в силовой войне мы знали, где фронт, где тыл, кто нами командует, сейчас в информационном веке тыл вокруг нас, фронт вокруг нас, а командуете сами вы. Вы должны управлять собой. Научитесь управлять собой. Будете управлять и различными формированиями и воинскими подразделениями. Я хочу в конце сказать спасибо вам за вот такое вдохновение, творчество. Это прекрасно. А знаете, почему наши коллеги на Западе боятся нас? Не из-за того, что у нас мощная сила, а из-за того, что у нас сильный дух. И знаете, что нас всех объединяет любовь, справедливость, диктатура совести. Вот наше оружие. Спасибо вам. Подходит к концу наш конкурс. Жюри. Ну что, действительно, все вы боролись достойно. Действительно, все вы заслуживаете награды, хотя и разные. Это не к месту. Действительно, каждое выступление было интересно по-своему. У меня отдельное замечание для вот этого класса, который рот не закрывает ни на секунду. А в остальном, как говорится, все прошло отлично. Тем не менее, естественно, все награды будут разными. Грамоты за проявленное мужество на конкурсе в военно-патриотической песне вручается 5-му Е-классу.
играть за детьми на сцене. Нас ждет еще одно выступление. Песня «Если с другом вышел в путь».